Харьков в ожидании матчей квалификационного группового раунда женской лиги чемпионов по футболу. Действующий чемпион Украины «Жилстрой-1» будет хозяином четвертой группы. В среду подопечные Максима Рахаева в стартовом туре встретятся с чемпионом Хорватии женским футбольным клубом «Сплит». Здесь будет проходить одна команда из группы, и я считаю, что каждая команда здесь настраивается выиграть 3 игры. Выиграешь 3 игры, пройдешь дальше. Другого варианта не рассматривается. То есть нужно настраиваться на каждого соперника. Каждый соперник сильный, тактически сильный, молодые, амбициозные. И вот они 3 команды, которым нам нужно будет дать отпор. Первый матч у нас будет с «Жилстроем-1», а играть с хозяевами всегда непросто. Впрочем, я не думаю, что в нашем противостоянии именно фактор своего поля будет решающим. А вот еврокубкового опыта у харьковской команды, безусловно, больше. Но мы настроены дать бой и побороться за турнирные очки. В «Жилстрое-1» в лазарете только нападающая Анна Мозольская, которая восстанавливается после травмы и не сможет принять участие в домашних матчах группового этапа. Остальные в строю и готовы второй год подряд решить главную задачу – выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы строим больше, наверное, свою игру какую-то, от своей игры отталкиваемся. То, что мы тренируем, то, что мы наигрываем, я думаю, это будет больше ключевая роль, даже не важно, кто соперник. Главное, что мы, то, что мы играем. Поэтому, думаю, ну, тем более, все знают, что Лига чемпионов, и настрой будет очень такой запредельный, наверное. Также в харьковской группе выступят чемпион Люксембурга Бетамбур и лучшая команда Белоруссии в Каминск. Харьковская и минская команды являются фаворитами 4-го квартета. Интриги добавляет тот факт, что тренирует минчанок экс-наставник женской сборной Украины Владимир Рева, под руководством которого в национальной команде играли почти половина состава «Жилстроя-1». Харьков не просто футбольный город, а суперфутбольный город с огромнейшими традициями. Вообще в футболе и в женском в частности. Поэтому я думаю, что это мероприятие будет очень такое серьезное. Хороший вызов для нас, для меня в частности. Завтрашний поединок «Жилстрой-1» против хорваток начнется на спортивной базе в Высоком в 17:00. Вход для болельщиков свободный. Чемпионом Люксембурга харьковчанки сразятся там же в Высоком в субботу, а в центральном поединке 4-й отборочной группы «Жилстрой-1» встретится с Минском на поле главной спортивной арены города ОСК «Металлист».